У великому фіналі на цій сцені ми побачимо Олену Кофту. Когда назвали моё имя, то ну, я вообще меня столько, я вообще была, я не знаю. Мне кажется, я если бы могла бы, я бы взлетела так высоко-высоко. То, что она вообще вышла на сцену, это уже огромный подвиг. Но она еще и классно поет. Она переживает, она поет все по-своему, по-настоящему, я не знаю. Сцена для меня это вообще много значит. Это все в моей жизни, как бы. Я об этом мечтала очень. Я чувствовала себя как принцесса из сказки. Спасибо большое. Спасибо. Это шоу для меня шанс изменить мою жизнь к лучшему. Но она уже изменилась, правда. Потому что я всегда буду помнить о моментах на сцене, вот, об эмоциях, которые я испытывала. Это очень светлая страничка в моей жизни. Ну, я всем желаю таких эмоций. Таких эмоций, которые испытывала я. То, что ее жизнь изменится после финала, это не вызывает никаких сомнений. Абсолютно. Это факт. Ну, для меня это уже факт. Мне очень хочется еще раз выйти на большую сцену, потому что, ну, это же моя мечта. Хоть на несколько минут побыть певицей, спеть для всей страны, это же просто счастье. Від її щирості і беззастережної відвертості біжать мурашки шкірою. На сцені шоу «Україна має талант» співає Олена Кофтун. Semblant d'être heureuse. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits et tout le whisky pour moi. On le même au goût et tout les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller. Tout est partout. Je suis comme un oiseau mort. Comme toi, tu dors.
Талант. Оленочка, ти молодець. Чесно, я ледь стримувала сльози від твого виконання. Спасибо. Як почуваєшся? Ну, хорошо. Та я бачу, що так ніхто у нашому шоу не нервувався. Так, мені здається, нікого не трясло і тіліпало, як тебе. Мені дуже хотілося тобі допомогти, але ти сама все можеш зробити, і всі тут аплодували тобі стоячи. Дякую тобі. Приємно, спасибо вам большое всім. Панове судді, що ви скажете? Слава! Оксаночка, с тобой соглашусь. Действительно, выступление Лены такое трогательное, и я вместе с тобой еле сдерживала слезы, потому как звучание голоса проникает насквозь. И тот номер, который поставили Лене, он очень трогательный и очень такой статичный. И это замирание дает возможность выслушать, как красиво звучит голос. То волнение, которое Лена испытывала, действительно передавалось, мне кажется, всем, и зрителям, и нам. Мы очень переживали, мы видели руки, как у Лены дрожали. И мне хочется сказать, что вот это волнение, быть может, оно где-то отражалось в голосе, там, немного на песне, но оно давало такую, что ли, правду. И мне кажется, что это добавляло песне человечности, жизни. И мне это очень понравилось. Спасибо большое за выступление, Лен. Сегодня прекрасно выглядите. Красное спасибо. Платье вам очень к лицу. И еще раз спасибо за выступление. Спасибо. Молодец. Игорь, еще скажешь ты. Я думав, ти вже все, Олено, що можеш показати як співачка, показала в попередніх своїх виступах. Я помилився. Я хочу тобі сказати правду. Я чув більш досконалі вокальні виконання цієї пісні. Але для мене шоу було не в цьому. Твої руки, які читали текст, і все те, що було навкруги тебе, дало такий емоційний фон, що емоційно, так як ти, цю пісню для мене ще не виконав ніхто. Спасибо вам большое. Влада, тобі слово. По поводу волнения все говорят, но это же финал, это нормально. Все волнуются, и ну пускай там где-то какая-то нотка ну не попала, но все равно Лена поет, по-моему, очень как-то особенно все, вот ну, как-то по-своему. И даже если где-то переволновал, все равно это трогательно, все равно это по-настоящему, и все равно это очень достойное финальное выступление. И, Лен, вы говорили, что
чувствовали себя в полуфинале как принцесса, так я вам сегодня скажу, что вы выглядите как принцесса сейчас. Спасибо большое вам. Спасибо огромное. Пам'ятайте, сьогодні для кожного з 11 учасників визначальний день. Кожен ваш голос може принести кожному з них перемогу. Тож, якщо ви хочете, щоб титул найталановитішого і 1 мільйон гривень дістався Олені, надсилайте смс з кодом 08 на номер 7766 одразу після відкриття телефонних ліній для голосування. А трапиться це лише після останнього фінального виступу. І не забувайте, з одного телефонного номера за одного учасника зараховуватиметься тільки один голос. А це була Олена Ковтун!